И всем привет, ребята, и вы на канале Мальчика. Сегодня мы будем играть в вашу любимую икеюшку, которую вы так любите. Я сейчас играла в Брухен. О, господи. Зашла вот в икею. Так. Такс. Я не знаю, наша цель, наверное, построить дом опять или докопаться до людей. Поэтому давайте. Мы это сделаем. Так, Соня. Блин, они за мной идут. Я так прямо пойду, чтобы меня никто не спалил. Сейчас ночь будет. По звуку слышно. Ого, тут сахарок. Все, сахарок, я к тебе. Че, не могу подниматься? Сахарок, поддарова. Привет. Привет. Кто свистит? Привет. Можно с тобой жить? Можно с тобой жить? Можно с тобой жить? Ко мне мой друг сейчас придет. Ну, я с вами. А мне с вами. Можно? Можно. Я вам красивую хату построю. Можно я вам красивую хату построю? Око, утром добываем еду, нам кофе всем строим. Не хватит. Я. У меня просто. Так, потому что у них тут пол потолка нет. Ну да, у вас еды еще, конечно, много. Давайте пока я вам поставлю люди. Люди. Ну ладно, только после кровавой ночи, то опасно. Ой. Сюда, девочка, давай сюда. Залазь сюда. Стой, хоть и девочка, вот так. Так. Так, стой, подожди. Девочка, я нам ищу место для хаты. Ну, вот тут, кстати. Там вот неплохо вот тут вот построить. Прям такая площадь здоровая, хорошая. Ну, можешь, пожалуйста, ему, моему другу кричать,
Просто мне нужно вкусняшки находить, и еще он сам его бросает в вино. О. Оп. Сейчас пацана убьют. Ну, можешь, пожалуйста, моему другу кричать, просто мне нужно вкусняшки находить еще, еще он там, где с иней там бросает, блин. Еще кровавую ночь. Я вам помогу. Девочка, вот сюда залазь, тут безопасно. Сейчас она пока в АФК стоит, нас тут все жрут. Кажись. Я вам помогу. Я могу построить вам большой и красивый дом. Красивый дом. Дом в нем будет будет много еды и воды. Мне кажется, она сейчас убьет тут. Пока. Значит, дом и пуск. Ну, сбещу тут немножко. Работник один, второй, ну они не ходят, в принципе. Чё, к нам придёт? Приветик. Я тебе помогла. У вас большая хата, ну вот... Девочка. Вот смотри, вот сейчас я тут залезу и посмотрю, где можно достаточно... Ну-ка, с той стороны. Да хоры-то марать. О! Соня утро. Ой, Сахарок. Сахарок утро. 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 Ладно. Я вам дом построю, как обещала. Привет. Так. Дом предлагаю построить вот... на вот этой территории, потому что тут как-то, знаете, очень большая территория. Пробуем. Я не знаю, она пока стоит. Не знаю, может быть, она и будет строить потом хату. Ну, пока она стоит просто.
фиг знает, что она будет делать. Но я ей помогу просто. Я ей построю хату с едой. В доме какой-то пришел. Я ей разбираю хату, строю ей новую. А она, видимо, не двигается у нас. Ну ладно, фиг с ней. Не девочка кидает друзья. Извини, девочка, я не беру у меня, потому что сейчас будет много подписчиков еще в друзьях. Я планирую в конце ролика пойти и подобавлять всех в друзья. Ну зацени, девочка. Мне кажется, хата большая и достаточно просторная. Я пока просто то, что на полу валяется, я собираю из этого. То мы уже будем собирать из другого. Сахарок, тебе там хорошо? Нет, а? Ну, как-то прикинь, я одна хату строю. И уже утро. Или она отошла? Ну, фиг с ним, может, она в АФК стоит? Ладно. Так. Пусть стоит пока в АФК. Я для нее это будет, знаете, сюрпризом, что я ей построила половину хаты уже. Вот тут потолок уже готов почти. Я строю. Продолжаю. Свисти. Свищу я. Там работник перевернулся немножко. Не знаю, я свищу Соне, своей подруге, потому что она тут. Соня стоит в ФК. Ой, Сахарок стоит в ФК. Я строю хату большую пока что. Большую просторную хату. Я вечером еще зайду, потому что я думаю, там мои подписчики будут играть. Соня не двигается. Свищу я, Соня, свищу я тебе. Мне кажется, им хату разломали, потому что у них доски валяются просто. Это нормальный потолок. О, Соня. Привет. Вот тут хату. Хату построим. Вот тут хату построим. Да, вот. Го. Тут охранник просто перевернутый. Окей, она помогает мне, Соня, пока что. Окей. Помогай. Тут эти валяются, куча прям досок. Вообще желательно стены, наверное, делать, но мы пока делаем потолок. Это проще всего сейчас. Я предлагаю вынести тут лишнюю мебель. То, что мне кажется, она нам не пригодится. Ну, смотрите, мне кажется, хороший такой дом пока что. Не знаю, я строю тут для всех сейчас. Осталось строить стену. О, ну ладно, так построим. Да, блин, не той стороной. Так. Так. Слушай, у нас еда как бы, ее нет. Нам надо, чтобы потом, когда мы уже будем типа хату обустраивать, надо, чтобы кто-то ходил за едой, потому что иначе у нас просто не будет еды, и мы не сможем жить.
Я поставила. Ты, она просто ей пол ломает тут. Хотя тут куча досок валяется. Сейчас ночь будет, тут работников много. Окей. Соня. Соня. Сонь, сюда. Ты жив. Ты живая? Ты живая? На хату почки пруки. Мы хату почти построили. Да ты! На! Мы хату почти построили. Короче, тот черный не отстает. Давай, я тебя бить буду. На! Сейчас встанет, придет, опять я его ударю. Нет, уходит. Ладно. Так, смотрите. Ну, как мы тут хату строим. Так. Смотри. Всем. Мы берем это. В смысле, она сдохла без еды. Как кинуть? На. Короче, видимо, у девочки проблемы какие-то, и она так немножко померла. Так, смотри. Что, отстанешь от нас? Нет, ты уже одного убил, считай. Смотри, Соня. Мы вот так берем, тут доску вот так кидаем. Это нам для стен. Во. Смотри. О. Раз. Два. Три. Да, кидай. Я не ломаю дом девочки, ребят. Я говорила, что я и буду перестраивать его. Ну, я перестраиваю. Сейчас я напишу утром за едой. Ты утру за е... Едой. Иди. Ты утром за едой иди. Ок. Там работник лежит. Кстати, его надо оттуда выгнать. Эй. Что-то... Так, нормально? Опа. А нам жопа. Блин. Вон еда, вон работники. Ну хорошо, Соня. Так. Подожди. Я хочу посмотреть. Ну, не посмотреть сейчас.
Ой. Вообще у меня есть идея для клёвого дома, но мы её будем 3 дня делать, поэтому мы строим от балды. Смотрите, наша цель – выстроить по кругу, потом я там выстраиваю стены, огородки, строю второй этаж, потому что… Да блин, туманный. Ладно, фиг с ним. Только недавно был туманный, конечно. Ну ладно, чё. Мы же дебилы. Я нам тут досок накидала, так, знаете. Мама дорогая, нас тут не убьют, наверное. Ой. Они летят. На. Криво тут доска стоит. Так. Ты чё криво стоишь? Бам! И моя подруга играет же? Мне как-то тут тоже... Да, играет, она просто пошла за едой. Тут я ставлю метку. Я выстраиваю нам хату пока что. Вот. Вот. Смотрите. Я наоборот правильно делаю. Я нам хату строю с ней. Ой, там челики. Ну, они вроде бы до нас как-то не докапываются. Слава богу. Так, смотрите, мне нравится такая стена. Тут я делаю нам вот... Я хочу сделать, знаете, чтобы мы могли, типа, на корточках проходить сейчас. Ну, так просто будет проще. О, на корточках могу пройти? Тут еще... Вон так. Ставим. О, ого! Ого! Ты столовую нашла, что ли? Молодец. Так. К нам идет. К нам идут. Я закрываюсь. Так, чуть-чуть выше. Чуть-чуть вот так повыше, чтобы я могла пролазить. О, это хорошо. С этой стороны вот так закрыть. Именно не стой. Так. Так. Ну все. Это такой вход, знаете, удобный, наверное. Пока я вот здесь вот так поставлю эти. У нас тут рядом доски везде, поэтому можно не бояться, что если что-то пойдет не так. Моя подружка, на удивление, еще не умерла. Ну, ладно, хорошо. Так. Что с работником, я не знаю. Ну, короче, я беру кровать.
она там обустраивает все. Ну, молодец, короче. Я не знаю, что с Сахарком, она у нас не дожила еще. Ну, ладно. Я строю нам с ней, с Соней, дом вот так. Как я делаю так, подождите. Красота. Дальше. Тут тоже так полки надо оградить. О, идеально. Она нам телек принесла, вообще здорово. Мама, тебе телефон звонит. Так, ковер. Ковер я возьму, поставлю где-нибудь вот тут. О, хорошо как. Всю ночь. Зацени, как тебе кровать, Соня? Смотри. Ладно, я рискну. И я хочу забрать это для ограждения. Так, оп, оп, опа. Не, ну, ну, Соня, ну, смотри. Ничего себе. Так, смотри, Соня, мне нравится. Тут у нас такая стена, тут спать можно. Предлагаю, тут, типа, как бы спать можно. Тут залез, спишь. Кот. Чё, а, я вспомнила, что за кот. ЛП. К нам. Ко мне. Сейчас, друг. Придём. К нам. К нам ко мне сейчас вдруг придет нормально. Зацени. Ну вот так вот, типа, знаешь, сейчас к нам придут такие, заходишь. Тут будет такая комната маленькая, чисто такая. Всем спать нам вместе. Хотя я придумала, стойте, нам надо наоборот сделать двухэтажными кроватями, потому что мы же, типа, все вместе, друзья, как бы, типа, ну, думаю, понял. О, у нас пока так. Я свищу своему другу. Это мы энергию не тратим. Я попью. Чё? Что ты пришел? Вот что ты пришел к нам? Вот что ты от нас хочешь? Ну их два даже пришло. Ну ничего себе. Так, подожди, я хочу поесть и попить. Это такое ограждение. А мне нравится. Что за... Чё к нам мужики пришли? Я не поняла. Сейчас, подожди. Это... К нам... На корточки. Ладно, это не мои.
Так, кстати, кот. А что за кот? Я не помню. Friend. А кот? А кот это... Кот ушел. Нама. Ну и ладно, ну пожалуйста. Друг свалил. Друга свалил. Друг свалил. Слушай, у нас тут как бы спальня. Ну ладно, пусть пока расставляет. Ползи сюда. Давайте. Сюда, 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 сюда. Ой, там мелкий идет. Там мелкий. Что у тебя тут за чипсин склад? Стойте, кто? Богдан, ко мне! Ко мне! Так. Комы. Не. Не. Под. Из. Чи. Чи. Зашел. Чего? Зашел. Ты мне подписчик, зашел. Свищу я тебе, Богдаша. Ностик еще пришла. Да ну, найс. К нам все мои подписчики пришли. Я свищу. У нас будет такая двухэтажная кроватка. Потому что у нас будет 4 человека. Это кто? А, это Соня вроде. Да, это Соня. Софа! Я свищу тебя, господи. Ты ж моя булечка, подписчичек мой. Так. Стойте, вот так поставлю. Сейчас. Оп. Сейчас расколбас будет. Так, с той стороны у нас. Блин. О, идеально. Ностик ко мне перезашел. Ну, вообще чудесно. Так, я хочу найти нормальную полку, потому что какую она принесла, меня не устраивает. Вон нормальная полка. Что ты за полку притащила там непонятную? Она не понимает, где у нас кухня, кстати, а где нет, наверное. Потому что она делает все в комнате. Джагада. Кто-то переел. Соня, я тебе несу нормальный шкаф. Что ты за шкафы принесла? Не такие, не красивые какие-то. Соня. Бегу к тебе, пупсик. Иду сюда. Иду сюда. То иду сюда. Иду сюда. Мой пупсик, моя булочка, булочка моя, ты ж булечка, булечка. Ты видел, у нас 4000. У нас 4000. У нас 4000. Приветик. Булочки. Приветик, булочки. Ты, господи, возьми, 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 возьми,
мне, 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 вот эти мои булечка, булечка. И какие вы милашки. Поздравляю тебя. Пошлите, стойте, вот так на корточках сюда. Так, тык. Вытяните этот шкаф, пожалуйста. Она не знает, как складывать. Вот, вот. Выкидываем этот шкаф. Вон туда еду, пожалуйста. На корточках. А у меня ноль энергии. На корточках, вот. У меня еды нет, у меня энергии нет. Стой, дай я колу дай уже, фиг с ним. Пусть у меня будет минус здоровье, но будет зато полное. Так. Я и кушать хочу. О, так. Те мои булочки ко мне зашли, те бузички, бузички, бузички. Где Богдан? Богдан куда-то убежал, ну ладно. Мои булечки зашли, мои сладеньки. Вон Богдаша бежит, вон Богдаша бежит. Вон мои две булочки остальные, те мои бусечки. Бусечки мои прям маленькие. Малышарики. Да. Я нам тут... Смотри. Отойдите. Двухэтажные кроватки. Еще игрушку принесли. Ура! Я буду играть. Так. Тут на воздухе висит софа на еду. У меня есть еда. Спасибо. Спасибо. Чипсы кто-то что уберет? Нет. О, папа. Ночь. Стойте. Сейчас я буду вам раскладывать. Пожи. Пожалуйста. А, ну, пожалуйста, да. Логичненько. Люди, вы все выходите? Смотрите, чипсы берем и складываем их сюда, вон туда, на верхнюю полочку. Сейчас нас сожрут такими темпами. Так, зацените. У нас... Половина дома готова. Нам надо много шкафов, много еды. Смотрите. Софа, теперь я тоже могу снимать. Ура! А, сюда уже поставила. Сейчас поздравляю бусинка. Бусинка. Ну, я не умею их вылаживать в YouTube. Я научу. Я научу. Ребят, я сделаю тогда тутор, как выкладывать видео. Так.
пока это лишнее. Еще ко мне какая-то девочка зашла. Ого! Что со шкафом? Он что, не стоит? Что со шкафом? Подождите, что-то со шкафом не то. Тут вода у нас. В смысле, куда? Подписывайтесь на канал Лимончик. Что там с бутылкой? Я посмотрю потом. Ну ладно, посмотри. Наша цель 3. Господи, ко мне позаходили все подписчики. Прекрасно. И я еще одной свищу. Господи, вон бы еще прищель. Стой, челик. Откройте. Открой. Открой. Тихо, откройте. Все, вы ж мои все пупсики, все ко мне. Раз, два, пять нас, что ли? У нас тут. Ага. Ага. Я соглашусь, тут много людей, но... Это ж все мои пупсички. Пупсички, которых всех я очень сильно люблю. Когда мы наберем 3 миллиона, да. Я всегда снимаю. Я в основном захожу в Roblox тогда, когда снимаю. Или играю только с одним и другом. И все, шибко я в Roblox как-то не захожу. Попало в видео. Мои же вы пупсики. И знаете, я вот всех своих подписчиков люблю, потому что все меня поддерживают. Вот просто я обожаю всех своих подписчиков. Они меня поддерживают. Они со мной снимаются ради меня. То есть они мне как-то помогают большую часть. Потому что... потому что мне так, типа... приятно это все, то, что вот помогают, это же так хорошо и клево, когда тебе просто помогают. Это же хорошо. А то у меня будет 3 миллиона, я не буду уходить, я буду продолжать снимать дальше свой канал. Я предлагаю второй этаж сделать, потому что, мне кажется, у нас слишком мало места. Не знаю, мы просто свистим, еще, может быть, кто-то из людей придет. Мне свистят все в ответ. Так. Люди, давайте второй этаж сделаем. У нас просто много досок слишком тут валяется. Я предлагаю второй этаж сделать. Так. Сейчас возьмем. Мостик пришла. Все пришли. Все мои пупсики приперлись.
Нас 4000 уже. Давайте 5 теперь сделаем. Почему бы и нет? Так, смотрите. Я нам лестницу несу. Ой. Люди. Сейчас. О! Спасибо. Спасибо. Господи, они все даже знают, что вот я люблю. Вот и да вам. Спасибо, спасибо. Господи, они все знают, что я люблю игрушки. Господи, какие же вы милашки. Так, сейчас с корточек встать надо. А что, так подняться нельзя по лестнице? Что у нас, знаете, какой-то хаос в дорогу уже. Ну-ка. Вот так можно. Хорошо. Ух, все. Строим хату теперь, все. Второй этаж. Я буду долго, видимо, играть на этот раз. Люди, мне надоело, короче, на карты садиться, так что... Ой. Вот. Ребят, что, второй этаж у нас? Все свистят. Слушайте, ну зацените, у нас тут просто дофига людей и очень много мебели, блин, рядом с домом. И я предлагаю потом нам убрать ее, что нам мешает немножко. Так. Я потом приду. Ай! Я путаюсь. О! Так. Ну, так. Я на следующее утро приду. Все понятно, киданули. Ну ничего, у нас еще куча моих подписчиков. Ой. Слушай, где? Вот. Выходи, выходи. Уходи, уходи. Люди, наверх складываем вещи. Сейчас. Диван. Пипец, согласна. Нас тут, смотрите, у нас тут просто куча всего. Утром. Утром. Помогите в
что Рой и этаж F, этаж построить, построить, потом потом обустроим дом, потом обустроим дом. Ты, господи, они мне все игрушки принесли. Игрушки, ура! О, они мне все игрушки принесли, куча еды просто. Клёво. Люди, трын-д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 ын. А я энергию поднимаю. На. Я энергию поднимала себе. Горшок. А кто свистнул? Богдан. Я тоже. Приветик. Пришел мелкий, блин. Он же там перевернутый был. Можно с ним? Он с нами еще будут жить, да? Да. Конечно. Конечно, да. У нас столько ребят. Давайте телек пощелкаем, может быть, что-нибудь вбьем. Смотрите. Теперь я этот буду щелкать. Так. Когда какая-нибудь картинка высветится, я что-то устала тыкать. Все, я устала. Вау, сколько еды! О, телевизор, телевизор, тут у нас Roblox. Добавь дыры пжи сань сань сэри. Это кто, блин? Ок. Ок, я выбора. Стоп, это где же ёбар? Сколько у нас тут людей? Просто дофига. Какая девочка пытается зайти. Бейте ее, бейте. Ой. Открывайте двери, я открываю вверх. Все, люди, помогайте мне строить дом. Так. Помогайте строить дом. Я тут нам строю вообще-то. Так. Че, диван выкинем? Подождите, диван мешает. Пока диван тут пусть будет. Ого! Ура! Так, подождите, я просила им помочь, чтобы они мне помогли построить второй этаж. Пока что... Что они тут делают?
Мысль, к нам какой-то чел зашел, вас не смущает? Ну, хотя ладно, пусть берет еду. Привет. Привет. Тебе нормально там? Угу. Так. А. И долетело. Так. Давайте продолжать строить дом второй. А где Богдан? Подождите. Френд. Так все они куда уж? Они, наверное, за едой пошли. Ну ладно, пусть идут. Мы пока построим второй этаж. Смотрите, у нас уже второй этаж достроен почти. Почти. Так. Не мешают вот эти все коробки. Да блин, ну что такое? Так. Так, там закрой, да, дырку. Я тут закрою. Все, продолжаем строить хату. Давайте, продолжение следует. Вы мне все в дом кидаете, да? Да подождите, я взять не успеваю. Потолок. Потолок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Окей. Окей. Люди, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Да блин, дайте возьму. Три, четыре. У нас второй этаж уже строится. О, работа едет. С нами что, пацан какой-то живет? Я не знаю, что он там делает, но ладно, пусть живет. Мальчик! Не мешайте. Сколько у нас тут народу? Понятно. Дайте сразу третий этаж. А чего бы нет? Мальчик, вот зачем ты нам мешаешь? Я не понимаю. Мы же тебе ничего не сделали. Что ты нам мешаешь? Люди, вас не смущают? Что у нас тут за... перепиление. На. Я тебе там сверху просто подаю. На. Стой. Стой, я сейчас. Сейчас ровно сделаю, сейчас. О! Ровно. Ладно, пусть он там, она работает, я не знаю, что она... Да зачем ты стену-то ломаешь? Зачем? Мальчик. Уйди. Пожалуйста.
Кто эти? А он не русский, наверное. Убейте его. Нет. Что? Ты... мальчик! Уйди. Ку-ку. Иди сюда. Ну, так идешь. Убейте этого мальчика. Убейте, убейте его, убейте. Пусть убьет. Ладно. Пойдем. Пойдем. Ну. Да, пойдем. Тебе гирлянда мешает так сильно. Да бей его, у него уже осталось мало хп. Ребята, я предлагаю построить новый дом. Нам мальчик мешает. Блин, мешает. Все. Зачем тут много еды? Заберем. Заберем. Короче, ребят, план провален. Нам надо строить заново новый дом. Заберем еды. То, что тут... Что такое под... Ай! А мальчик, мальчик, мальчик сдох, что ли? Боже, у нас уже ролик час идет. Пошлите в наш дом. Не. Мы. Не. Я не. Да. Спасибо. Сдамся. Не, я не сдамся. И я. Я придумала стоить. Давайте наверху хату построим сейчас. Мы долго строили. Меня не волнует. Потому что мы тоже долго строили.
Блин. Ребята. Сюда. Ребята, сюда. Мне кажется, нас тут никто просто не уйдет. Ту. Рой. Будем. Буди. Нас не достанут. Тут будем строить. Нас не достанут. Ага. Мне кажется, нас тут не должны достать, по идее. Смотрите. Вот. У нас последняя жизнь куда-то сейчас пойдет. Или похилиться, я не знаю. Так, ладно. У нас ролик уже час идет. Но мы строим заново дом. Во. Мы строим заново дом, потому что мальчик привел слишком много работников. Они нас достанут, поэтому предлагаю тут строить. Не, мы строим новый дом. Нормально задались, знаете, просто. Идите. Не, я не пойду, потому что я не хочу сдаваться. Я строила этот дом, не, мне кажется, не просто так. Час. Поэтому я строю новый. Мне кажется, мы его быстро построим, тут досок много. Тут очень много досок, и нам это плюсом. Я сейчас иду, я позвоню. Ой. Ты, ой. Так. Да нормально сойдет пол. О. Так. Она что, хату заново нам восстанавливает? Если да, то я в офиге. О! Мне кажется, слишком мелко, знаете. Сделай, чтобы не полно было, а то слишком будет неудобно. Устраиваем хату. Часть первая. Так. О, она пришла, она поняла нашу тактику. Все, строим дальше дом. Я думаю, мы справимся. Она решила отдохнуть, наверное. Ну ладно, Ностик, отдыхай пока что.
Девушки, вас не смущает, что дырка слишком в полу здоровая? Мне кажется, нас так убьют просто. Ну ладно. Допустим. О, к нам, ко мне зашла какая-то девочка. Так. Ночь, пофиг, мы строим. Там мостик сидит одна. Она обиделась, наверное. Что за... У нас дырка зато в полу. Нету. Они нас убить собрались. Доберись. Да, блин. Эй, Богдан! Богдан! Я тебе отомщу за Богдана! Давай, иди сюда. Иди. Давай, давай, давай. На... Один на один. Понял? Слышь, моих фанатов не трогать. Отошел. Не прыгай на ней. Убивай. Убивай меня, но не ее. Все. Я умер. Ну, блин, они моих фанатов переубили. Они убили моих фанатов. Блин, теперь ко мне работники бегут. Ну ладно. Я бегу. Нам домой. И почти добежала. Я рядом. Я рядом. Я рядом. Поскорее бы день. Я просто хочу достроить эту хату уже. Подарить подписчикам уйти. То, что у меня уже... Я устала сидеть. Но... Я хочу достроить эту хату все-таки. Фиг с ним уже ролик, пусть уже хоть 2 часа идет. Хотя, может быть, сделать вторую часть. Понятно. Обойду. Все через жопу. Почему?
Всех поубивали. Соня, запрыгивай. Я там умер. Ура! День! Да наконец-то! Подождите, сколько у меня тут? Раз. Вот. У меня 3 фаната осталось, все остальные поуходили, потому что я из-за меня все поумерли. Ну ладно. Будем стараться достроить этот дом. Так, нормально. Строим дальше. Так. Так. Работаем, 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 работаем. Мне кажется, у меня больше не будет фанатов после такого. Тут много еды было, но мы ее всю позабирали. Эх, ладно. Соня. Ролик выйдет, а я... Все годы мне. Окей. Окей. Через сколько? Сразу Бога. Да. Закончу. Закончу делать. Делать. Да. Пусть делают уже, что хотят. Я уже устала сидеть. Ну, я достою этот дом. Как еще будешь играть, не знаю. Не знаю. Не знаю я, сколько буду играть, смотря как дом построю. Да. Да? Так, пусть делают уже, что хотят. То, что они уже в шоке, что у нас такой здоровый дом был. Если бы не тот мальчик, мы бы, наверное, его бы и оставили, этот дом уже. Короче. Всем пока. Всем пока, я устала сидеть. Я расстроена, что тот.
видео выкладывать. Видео выкладывать я пошла. Ура. Сразу два сейчас выйдет. Пожалуйста, булочка. Ну, с вами была я, София, и всем пока-пока, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, всех люблю, всех целую, пока.